Приехали туда, на Харьковский Майдан. С машиной было все в порядке. Потом, по окончании Майдана, мы начали собираться, начали заводить машину, не получилось. То есть машину получилось завести, но она не поехала. Что-то случилось с трансмиссией, то есть коробка передач не включалась. Вот. Мы оставили машину там, машину получилось забрать через некоторое время. Приехали потом, такси наняли, чтобы отбуксировать ее домой. Вот, отбуксировали сюда, поставили машину здесь, легли спать, и в 2 часа, там около 3 ночи, мне позвонили соседи и сказали, что горит машина. Мы выскочили с женой, с Оксанкой, начали тушить подручными средствами. Ну, подручные средства — это вода, ведра, набирали, потушили.